По поручению Вячеслава Битарова, министр промышленности и транспорта Северной Осетии Хайдарбек Бутов и его заместитель Эльбрус Мадзаев побывали на электроцинке. С генеральным директором предприятия Игорем Хадыко они осмотрели промышленную площадку завода. Он рассказал, как были выполнены условия соглашения об остановке и консервации производства. Игорь Хадыко отметил, что 29 марта завершилась отгрузка сырья со складов, а 30 апреля закончили выгрузку незавершенного производства и оборотных материалов. В ближайшее время предприятие посетит и правительственная комиссия. На момент проверки никаких технологических процессов на заводе зафиксировано лично мною не было. Все цеха основные, которые ведут гидрометаллургическое производство, остановлены. Запасов никаких на складов нет. Ни сырья, ни готовой продукции нами обнаружено не было. Ведется обычная работа по поддержанию территории в нормальном так состоянии. Это пострижка газонов, мойка цехов, мойка оборудования, то есть по поддержанию самих производственных помещений.